Здравствуйте все, давайте мы с вами посмотрим, кинем карты. Сейчас фильмы выходят ФБК про 90-е. Это не то ФБК, которое было, это, я так понимаю, уже все поняли, 100%. Про 90-е сейчас вот у них фильмы вышли. Сейчас посмотрим, рассмотрим. Давайте рассмотрим первое. Это женщина, которая сейчас возглавляет ФБК. А женщина, да? Да, вроде женщина. Вот. Можно же говорить женщина, меня же здесь не забанят за то, что я это говорю. Вот. Русский сегмент это позволяет пока еще. Вот. Рассмотрим ее. Певчих, вот которая. Про 90-е. Рассмотрим сейчас ее, что это за человек такой. Так, вот ее показывают. Давайте. Давай-давай, наяривай. Так. Сейчас. Так, что это за человек? У нее муж есть. Стоит за ней человек под ней, вот какой-то человек. Это пара, семейная пара. Семейная пара, я так понимаю, муж, близкий человек, очень-очень близкий, одной масти. Между ними любовь, дом совместный, ребенок, их ребенок, не их, не знаю, ребенок, мальчик, либо хлопоты. Хлопоты о бизнесе. Но у них есть общий дом. Общий дом, общее дело. Одни стены, короче говоря, их окружают. Родные стены. Так, чего у меня выпадает? Получение материальной помощи после хлопот. Вот материальная помощь была получена. От кого это уже второй вопрос? Материальная помощь. Что у нас здесь выпадает? Измена либо любовница. Ну, почему-то вот материальная помощь выпадает, но после выпадает измена. Измена кому чему? Материальная помощь после хлопот. Но здесь выпадает измена. Так. Насчет любовницы я не знаю. Казенный дом какой-то тут есть у них. Казенный дом вижу, деньги вижу. И женщина какая-то вот там проглядывает через женщину чего-то там. Денюжка была получена за что-то. Возможно, измена какая-то. Какая-то измена была. Так. Человек из прошлого даст плохое известие, либо несет проблему. Принесет встреча перед расставанием. Это мне не совсем понятно. Какие там люди? Давайте, ладно, следующее. Какие там люди их окружают, я не знаю. С кем они сотрудничают, тоже не знаю. Там какой-то казенный дом есть. Ладно. Большие перемены. Тут у них большие перемены. Семейная пара, у них большие перемены. Разговор. Что-то они там какой-то разговор держат. Тут мужчина какой-то выпадает. Давайте, мужчина, что он у нас, там? Счастье в браке, либо союз. Ну, женщина жената. Жената. Замужем. Замужем. Русский Ваня. Удача в личной жизни. Семейный бизнес, личная жизнь, все тип-топ. Все хорошо. Единственное, что здесь выпадает внизу какая-то измена. Измена чему, непонятно. Возможно, будет переформатирование канала. Если идет переформатирование канала, значит, возможно, они, если измена здесь выпадает, какого-то другого покровителя найдут, потому что там деньги выпадают. Ну, если это какой-то государственный орган, который будет их курировать,
Ну, не знаю. Так, теперь посмотрим, чего там, какие связи у них есть. У них, у ФБК есть с правительством, там, не знаю, как это сказать. Что у них там? Есть ли связи, нет ли связей? Ну, вот король выпадает здесь какой-то. Есть. Но почему-то король выпадает с каким-то странным тупиком. А работа есть, взаимодействие есть. Взаимодействие есть. Возможно, переформатирование идет. Обман друга. Обман друга. Что у них почему-то обманы какие-то выпадают. Странно. Обманы какие-то. Так, что еще? Известия издалека. Ну вот известия они откуда-то получают. Известия странного довольно толка. Они то с угрозами, то с работой. То с угрозами, то с работой. Какого-то странного толка, ладно. Отмена отдыха. Над чем-то работать, возможно, будут. Возможно, им дают работу. Сверхурочную работу. Дают работу... как бы так сказать? Срочную. Сверхурочную, срочную. По звонку. Нужно сделать сейчас, без отлагательств. Вот что-то в этом духе. Какую-то работу им дают. Так, чего еще? Известие издалека. Скорая дорога. Хлопоты о свадьбе. Пока мне это ни о чем не говорит. Чего еще есть? Судебное разбирательство, либо разбирательство. Неожиданное выгодное предложение. Там судиться, возможно, с ними будет кто-то. Судиться, либо в суд на них подаст. Вследствие чего-то. Женщина, либо что-то материальное. Скорее всего, возможно, через женщину молодую что-то будет. Да, дорога. Дорога и король. Какая-то мутная организация ФБК. Ну, что-то как-то мутно. Измен очень много. Что-то измена. Деньги непонятно откуда. Казенный дом. Обращается кто-то с ними. Вот то работа, то угроза. Срочная. Какая-то работа срочная. Нужно выполнить сразу. Какая-то работа. Что-то как-то больно мутно. А, знаете, антикоррупционными делами здесь как-то и не пахнет. Что-то как-то такси. Чего еще карты покажут? Давайте посмотрим, чего они вообще покажут. Ну вот сняли фильм о 90-х. А зачем это вообще было? Фильм о 90-х сняли. Для чего это? Чей-то заказ это? Вот кто это? Вот что вот это? Вот? Фильм о 90-х. А здесь какой-то коллектив. Что-то коллектив какой-то. Покровитель. У них покровитель что-то есть какой-то. Видите, покровитель есть. Либо это его задание, либо... Сейчас, негатив это или не... Ну, это, с одной стороны, негатив, удар, но почему-то здесь казенный дом, удар по казенному дому и по... Давайте так, есть сложившееся какое-то либо понятие, либо устойчивое... Блин, как же это? Устойчивый порядок, наверное, вот так. Удар был нанесен вот по этому порядку. Порядок этот закончится... Он закончится, будет какой-то новый порядок. Вот, они нанесли удар. Но кто это бенефициар этого? Вот, здесь у нас покровитель идет. Покровитель какой-то идет. А что дальше?
Деловое общение идет с коллегой. А если коллега вот этот рассматривается, то значит у них союз с властью есть. Вот так. Потому что с двух сторон покровитель. А значит, есть интересанты в том, чтобы разрушить то, что было в 90-е, и установить новый порядок. Соответственно, этот фильм был снят за тем, чтобы вот этот новый порядок какой-то сделать. Новый порядок, старый порядок и новый порядок сделать. Но каким новый порядок будет, я не знаю, потому что здесь система закостенелая. Новый порядок какой-то. Ладно. Чё дальше? Покровитель у них есть, я подтверждаю. Покровитель у них есть. Они просто так с бухты-барахты не сделали бы это. Гость. Ссоры на работе. Гость, вот этот вот чувачок неоднозначный, либо что-то вот такое силовое, вот что-то в этом духе. Оно неоднозначное, потому что оно с одной стороны с ними работает, с другой стороны оно им вредит и ругает их. Оно с ними работает и ругает. Как это лучше назвать, я не знаю. Как это называется? Это не рабство, потому что они получают за это деньги. Ну, вот этот фонд ФБК. Там переформатирование, я так понимаю, сейчас у нас. Помощь материальная. Тосковать из-за разлуки. Здесь у них дистанционное общение, но деньги поступают. Источник есть финансирование. Пустые хлопоты о маленьких деньгах. Вот здесь, скорее всего, им перекроют дорогу финансов. Не знаю почему, но так вот идет. Общение с человеком вот этим, оно до добра не доведет. Какой-то человек, я не знаю, что он, какой-то казенный дом. Вот они с ним общаются. Да. Нет везения. Я больше бы сказал, что это какой-то реально заказ. Чтобы переформатировать то, что было создано в 90-е. Ну, оно так проигрывается у меня. Если бы я сказал, нет, это такого не может быть, нет. Но карты говорят, что это какая-то действительно схема. А с бухты-барахты оно так не делается, потому что связи есть. Связи, разговоры, они на дистанции проходят. Связи, разговоры, они проходят. Возможно, даже дорога будет. Ну, давайте так, ладно, дистанция. Вот на дистанции. Для чего это все делается? Для того, чтобы переформатировать то, что было в 90-е. Устоявшийся порядок, закостенелость. Но к чему это приведет, я еще раз говорю, я не берусь судить. Пока не берусь. Потому что если переформатирование будет глубоким, очень глубоким, это приведет к коренным изменениям вообще в стране. Смотрите, шанс исполнения желания есть. Влияние женщины. Структура ФБК вообще сама очень странная и неоднозначная. Очень странная структура. Очень странная. С одной стороны, они вроде как против коррупции, с другой стороны, они с кем-то дороги наводят. И опять же, с другой стороны, они рвут, потом в будущем рвут какие-то связи и куда-то, я так понимаю, в другое русло. Возможно, сейчас они пытаются переформатироваться и с кем-то навести дороги, чтобы там финансы получить, еще что-нибудь. Потом им финансы перекрывают, и они куда-то в другое русло. Финансы перекрыть можно. Давайте так, это все равно какие-то должны быть события, чтобы перекрыть им финансы. Либо они не нужны будут кому-то там, с кем-то у них есть дела, короче говоря. Мутные дела есть. Возможно, они потом нанесут удар по тем людям, с кем они работали. Фильмы выпустят, что-то в этом духе.
Все идет к тому, что будут пытаться переформатировать вообще страну как таковую. Идеологию сделать. Раскулачить. Новый режим сделать. Ну, как больше переформатирования власти идет. На добровольной основе. Переформатирование власти хотят сделать. Возможно, это заказ. Действительно такое. Заказ, вот этот фильм, это заказ. Но они не обрадуются, ФБК они не обрадуются. Здесь минусов больше, чем плюсов будет. Именно в работе с определенным кругом лиц. Они это поймут потом. Вот так у меня получается. Спасибо, что смотрели. Я еще раз говорю, это карта. Не стоит относиться к этому прямо уж так серьезно. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания.